Якщо, наприклад, людина потрапила в полон, говоримо, давайте трошки розділимо на категорії, якщо говоримо зараз, що це активіст, наприклад, чи громадський діяч, чи держслужбовець, і потрапив, опинився в полоні, як себе правильно поводити? В плену бойова задача називається «Вижити будь-якою ціною». Вона так і називається. То есть в зависимости от того, если есть у оккупанта информация о вас какая-либо, то нужно и дальше продолжать свои действия. Если информации нет, то рекомендуется выбрать такую модель поведения, которая называется «вот я политичен, вот я как бы, мне все равно, что происходит в моей стране, я не придерживаюсь никаких правил». И постараться выбрать к этой линии поведения, в нее вложить такую штуку, не вызывать агрессии, не вызывать внимания у оккупантов, не вызывать вопросов. Дальше сюда можно тоже вложить такую штуку, не проявлять открыто к своим сотоварищам сострадания. И, в общем-то, ниже воды, тише травы. Для гражданских людей это тоже задача в плену выжить.